мәңгі ұмытпақ емес. Еш нәрсе де ұмытылмайды. Еш кім де ұмыт қалмайды. Сөз даңқты қолбасшы генерал Панфиловтың немересі, Алматы қалалық армия үйі мұражайының меңгерушісі Алуа Бақытжанқызы Байқадамоваға беріледі. Дорогие друзья, я приветствую вас сегодня на торжественном мероприятии по передаче штандарта Международной вахты памяти «Нас, миллионы панфиловцев». Сегодня штандарт будет передан Екатеринбургу. Данная акция была инициирована Оренбургом в ответ на то, что некоторые историки и популисты говорят о том, что не было подвига панфиловцев. Сегодня мы передаем штандарт, олицетворяющий подвиг панфиловцев как массовый героизм в Великой Отечественной войне. Я благодарю вас за то, что вы пришли нас поддержать. Молодежи, я просто напоминаю, вас течет кровь победителей. Мы никому не отдадим право на нашу победу. Спасибо. Ресей Федерациясының атынан сөз Власова Анна Евгеньевнаға беріледі. Дорогие друзья, позвольте мне поприветствовать организаторов алматинского этапа Международной вахты памяти «Нас, миллионы панфиловцев» от лица политологического центра «Север-Юг», от лица преподавателей и студентов исторического факультета МГУ. Невозможно переоценить важность подобных мероприятий. Сейчас, когда в мире все нарастают очаги напряженности и происходит эскалация военных конфликтов, только совместными усилиями мы можем сохранить общую историческую память. Этот проект зародился в Оренбурге в октябре 2015 года. Был поддержан на Сибирской земле, на Южном Урале, и теперь продолжается в Казахстане. Отрадно, что в этом проекте участвуют не только представители Российской Федерации, но и представители наших стран, друзей и партнеров Казахстана и Кыргызстана. Это показывает, что в наших странах общее видение совместного героического прошлого. Необходимо также патриотическое воспитание евразийской молодежи. И не случайно обращение к подвигу и к событиям осени зимы 1941 года. Тот страшный год, когда судьба страны висела на волоске, плечом к плечу в боях под Москвой стали советские войны, не делясь на национальность. Их кровью обогрена каждая пять земли, и враг не прошел. И мы не должны забывать о беспримерном подвиге и сохранить эту память поколениям детей и внуков, поколениям героев-освободителей. Сейчас, спустя 25 лет после распада Советского Союза, мы должны объединиться в усилиях наших стран и их лидеров по сохранению общей исторической памяти. И в этом должны помогать историки из стран Евразийского Союза. Только от усилий преподавателей, историков, экспертов зависит донесение роли воспитательной функции подвига на примерах конкретных исторических героев и событий о великом подвиге наших предков. Это наш долг перед поколением победителей. Спасибо. Казахстан Республикасы Ардагерлер Кеңесінің атынан сөз генерал-майор Телегусов Махмуд Өтегенұлына беріледі. Құрметті қауым, батырпақтар, сарбаздар, биылғы жыл арналып 75 жыл
жалпы жердик биздин ата-бабаларыбыз Москваны курганда жасаганда оргкомитет курулушту. Оган арасына киргендер генералдар кеңеси, Албан согуштун ардагерлери, Утан согуштун ардагерлери, осы мына жерде турган азаматтар бәрибиз де оргкомитеттебиз. Оюбузда осы жылды патриоттук жумуш көрсөтүүдө ойлойбуз. Уважаемые гости, воины молодое поколение, в честь 75-летия массового подвига воинов, панфиловцев, наших дедов и отцов, здесь был создан в Алматы оргкомитет, куда вошел совет генералов, воины-афганцы, участники Великой Отечественной войны и активисты города Алматы. Сегодня проводится одно из первых мероприятий. В году спланировано очень много мероприятий. Согласовано с акиматом. Почему? Потому что этот подвиг наш, наших казахстанцев, 316 дивизия формировалась здесь. И она должна стать массовым движением для военно-патриотического воспитания по всей нашей стране. Для этого все у нас есть, тем более в городе Алматы. Вот мемориал воинов-панфиловцев здесь. Вечный огонь. Памятники героям. Дом армии, библиотека, музей. И, в принципе, с акиматом города Алматы эти вопросы согласованы, чтобы этот подвиг наших отцов и дедов восстановить, защитить и передать от поколения к поколению. Вы знаете, что идет какая-то нехорошая фальсификация истории. Пытались очернить подвиг. А вообще-то вся дивизия, все воины дивизии совершили подвиг. Все более 11 тысяч наших соотечественников защитили Москву. Главный удар был нанесен в обороне 316-й стрелковой дивизии. И вопрос стоял жизни и смерти. Вопрос стоял будущего Советского Союза. И наше старшее поколение, поколение победителей, отстояло, защитило, показало пример мужества, героизма. И сегодня вахта памяти, которая называется нас, миллионы казахстанцев, это воспринимается так, что мы с вами все подпиловцы, мы готовы защитить страну. Мы готовы строить сильный процветающий Казахстан. Мы едины, мы интернационалисты. Мы всегда будем стремиться, чтобы будущее наше поколение жило в мирном, мирной стране. Вот поэтому называется нас миллионом. И к нему должны присоединяться все, которые любят свою страну, любят свой народ, любят мир. Спасибо. Улы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан боздақтарды еске алу үшін бір минуттық үнсіздік жарияланады.